Всем привет. Так, ППшка вижу. И еще одну. Так. Броня. Начало неплохое. Все, могу разбить все. О, челик уже. Его разбей, челика. Хорошо? Он убегает. Блин, как так? Без башки? Он угрызается. Он убежал. Мы прям с тобой уже вооруженные. У тебя броня есть? Да, у меня есть. Proceed to safety. The first wave of missiles are incoming. Ножик. Ножик-режик. По 9. Чего у тебя по патронам? 8, 70. Могу дать немножко. Да не, не надо. Ой, еще одна. Там ППшка. И МП-9 валяется. Фига тут ППшек. 4 ППшки у нас здесь было, прикинь. Сейвдов, вот броня. Не, сейвдов не надо. У меня есть броня. Так, давай посмотрим, если здесь МП-7, так... Кого? Да дрон, ну чуть-чуть не доломал его. МП-9. 2 МП-9 тут. Как так? Ну что, пойдем в гущу событий. О! Прыгну. Пошли за пушем. Да, Джимбо меня захерачил, хотя я мог его захерачить. Я МП-9 сейчас возьму. Только не говори, что на меня кто-то заселился. Собака. На меня кто-то заселился? Да. Ты можешь взять МП-9. Могу прилететь, помочь. Не, не надо. Я первый взял МП-9. А это там МП-9 улетел, я в воду. И где он? Вижу, вижу, вижу. Вон он. Там снизу. Оформил. Еще вот там вот есть теперь. Там далеко больно. Я за броней. Не, он на нас целится. Ну отойди, я чуть за броней пойду. Как нам тут с оружием? Хорошо повезло. Иду. Да он далеко там. На вот это что. Ну почему далеко? Там еще один был. Не знаю, не видела второго. Так, вижу вот там в деревне.
полутаешь? Угу. Высаживается голжовый. Минус. Красавчик. Тиммейт его, но он не команда. Тут заполтано. Ууу, какой он. Он с твоей ППшкой ходил. Да? Забираю патрон. На, шприц. Шприц возьми. Заказывай, если что. Держи шприц. Сейчас я... А к шприц внизу, подними, чё ты? Внизу, внизу. Я его уже взяла. Все, окей. Метка не сходит просто. Сейчас тебе прийти тогда, шприц. Дроп, надо идти за дропом. Где он? Пойдем. Взяла шприц? Да. Да, оставь. О, ССГ работает. Ну не по нам. Ну слава богу. Я здесь не лутано, прикинь. Что там? М-ка бери. Давай. М-ка про патрон. Мало сейчас будет. Ну, я закажу патрон себе. Там еще один. Я, наверное, схожу за ним. Давай. За дропом. Давай. Тут еще ему пропадать. Действительно. Там сейчас высадится, кстати, скорее всего, кто-то. Ну, ты его заберешь. О, патрон нашел. Блин, этих нету лягушек. Надо. Да, так-то можно добежать, в принципе. Можно вдвоем было на одной прыгнуть, кстати. Ну, можешь идти пока, чули. Если там МК будет, тоже патроны возьмешь. Ну, у меня как раз это самое. Я там нашел пачку патронов. Без глушака? Да. Да нет. Может по туннелю пройтись, я думаю. Вот. Где я выйду? Выйду там. Я прогуляюсь. А, нет, здесь все золотано. Вот почти все. Я думаю, либо у меня будет последняя зона, либо там, на что-то там, деревне. Угу. Высаживается где-то. Нет, там просто вертолет вроде. Нет, я слышу, когда кто-то высаживается. А, вот челика вижу. И он меня видел. И он целится. Ну это ССГшник. В принципе, мне вот с твоей точки очень удобно снимать людей. Что это? Ну, тебе же удобно здесь вот показываю. Их сейчас будет зажимать. Да. Хотя, мне кажется, лучше не ссылаться там с СГ. Он прыгнул. У меня последняя зона замечательная. Ну, значит, мы их ждем, ССГшника. А
брат, не прячься. Где? Вот тут был. Он с ССГ? Нет, ССГ сдох. Он сейчас выйдет отсюда или отсюда. Не ходи, не ходи, нет, нет. Вот справа. Справа будет. С4 есть? Нет. Патроны. Ты что-то ломаешь? А, нет, это упал мне. А, ССГ все-таки взял. Ну, парника своего. Ну, им не повезло, мы их зажали. А, ну, напарник меня видел, он по мне стрелял, но миссал. Я там вообще глазик высунул один. Опа, не, вот сейчас можно было увидеть, кстати. Лайк, дизлайк, подписка, ребята. Удачи.